Специальный круглошлифовальный станок для наружной шлифовки модель BSD-1000CNC предназначен для финишной шлифовки вала в условиях крупносерийного производства. Данный шлифовальный станок относится к классу самых современных высокоточных станков с числовым управлением. На станке установлен блок управления Siemens Sinumeric 810DE, у которого несложная система программирования и изменения параметров режима обработки. Операцию шлифовки выполняет шлифовальный круг диаметром 600 мм, шириной 100 мм, с постоянной скоростью резания 45 метров в секунду. Шлифовальный круг установлен на левой стороне бабки, а суппорт под прямым углом относительно оси стола. Одновременно врезкой шлифуются диаметры, радиусы и торец. Деталь вручную устанавливается в зону шлифовки и зажимается между центрами. Цикл правки круга осуществляется также автоматически с использованием однозернистого алмаза, создающего требуемый профиль программным путем, интерполяции движения стола и суппорта. На станке установлены приборы Marpos для автоматического позиционирования и активного контроля диаметра при шлифовке. Аксиальное позиционирование деталей осуществляется автоматически при помощи прибора Marpos Позиционар. При достижении требуемого размера детали в процессе шлифовки измерительной головкой Marpos прекращается цикл приближения суппорта, возвращающегося после выхаживания в заднее положение. Время выхаживания можно легко запрограммировать по времени. Станок оснащен и самым современным устройством для очистки сож производства фирмы Косема. Этот современный станок отличается чрезвычайным дизайном и удовлетворяет всем требованиям по безопасной работе и защите окружающей среды согласно действующим европейским нормам. На данном станке имеется полное ограждение с установленным собственным фильтром для всасывания масляного тумана. Полный цикл шлифовки продолжается 10 минут, чем гарантируется достижение требуемой производительности, то есть обработка 6 деталей в час. В процессе шлифовки осуществляется и полная автоматическая динамическая балансировка шлифовального круга при помощи устройства для динамической балансировки Marpos. Таким образом, оснащенный шлифовальный станок обеспечивает достижение всех требуемых параметров, а также высокую точность обработки деталей, а именно биение 0,04 микрона, качество прошлифованной поверхности RA 1,25 мм и радиус 0,5 мм.